Итак, доброе утро. Время 11 утра. Где-то примерно в это время я просыпаюсь. Все еще спят дома. Как всегда, утро начинается с кофе. Естественно, первым делом мы идем прогуливать собак. Шелли Сторм. Вот. Сегодня будет видео о распорядке нашего дня. Так что всем доброе утро. Приятное. Чаепитие. Кирилл, 17-е бери. А, нет, молодец. Неси, неси. Пойдем, крокодил гулять. То. Тортил, пойдем туда. Ко мне иди. Тортил, пойдем. Тырыщ, пошли, 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 пошли. Неси, неси, неси. Пойдем. Пойдем туда. Че ты там? Куда пошел-то? Пошли. 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 Шелли! Тор, ко мне иди. Тор, 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 тор. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли, пошли гулять. Тор, ко мне иди. Вот так и будет. Так что вот такая прогулка с колесом у нас в обязательной программе. Я еще лопату забыл. Причем самое интересное, что Шелли у нас начинает на всех грызаться, а потом Тор бежит ее защищать. Тор. Колесо бери свое. Пошли. Росян, ты как всегда, поднять подняли кота, разбудить не разбудили. Ройс! Пойдешь гулять, нет? Вон, не толкайся. Или ты еще не готов морально? Бум, ветер. Ветер у нас не сильный. Вон, ты тоже никуда не собираешься, что ли? Сяд. А кто-то вчера не доел и доедает с утра. Да, разбудили котика. Уфочка! Ты кушаешь? Пойдешь гулять? Уфа! Вот так вот. Блядь, вечером аппетита не было. Пусть она у лохмача. Доедает сегодня с утра. Сына! Уф! Уфочка! Уфочка даже не реагирует. Ну все, я... Следующий этап, надо идти лошадей убираться. Чтобы убраться у лошадей, нужно выгнать вначале двух товарищей погулять, но при этом кинуть им сено, чтобы они там не выясняли отношения. Тогда будет легче убираться. Сейчас сено кинем. Сейчас выгоняем на улочку. Всех нужно напоить, накормить. Все, пить отказались. Вообще в день выпивают каждый из них, наверное, 20-25 литров за сутки точно. Каждый выпивает водички. Жекич, пить будешь, нет? Вот Джек сказал попить. И пока вот они гуляются, можно спокойно у всех убраться. Да? Да? Все? Марти сказал, что будет пить. Мартюша сказала, что сегодня пить хочет. Сейчас буду убираться, у тебя не переживай. Ну, вот такой процесс у нас уборки. Дважды в день. Два раза в день убираемся. С утра
и вечером, либо один раз капитально, и там подбираем немножечко. Ну, естественно, два раза в день поим. Так вот происходит процесс. Вот так высыпаем опилки. Я весь в опилках, потому что сегодня штормовое предупреждение. На улице сильный-сильный ветер, поэтому я весь испачкался. А вообще самое интересное в том, что когда я убираюсь, каждый раз я думаю о том, что как-то раз мне мой друг сказал, что хорошего артиста найти легко, а вот хорошего говночиста это надо поискать. Такая мотивация для уборки каждый раз. Ну вот один из трех денников убран. Поехали дальше. Ну вот, во всех трех дневниках я убрался. Представляю, как я криво снимаю, но как-то так. Весь в опилках. Забыл еще нажать на play, когда убирался в третьем дневнике. Часто задают вопрос, почему мы убираемся именно в белые мешки, не в черные. Потому что это опилки с навозом, это натуральные продукты. И если положить в пластиковый пакет, ну как бы, я думаю, ничего хорошего не будет. Так они могут спокойно утилизироваться, как биоотходы. Ну и все. Раньше вообще в некоторых городах у нас специально приезжают дачники забирать это все дело. Ну как-то тут в Чите нет желания у людей. Так что как-то так надо вот сейчас насыпать сено еще в марте. Ну и все. И погнали дальше кошкам убираться. Обычно у кошек убираемся либо днем, либо поздно вечером. Сейчас не забываем про Анастасию Сергеевну, напоить, накормить ее. Два раза в день. Так что нихуя тебя тоже отвезу скоро. Понятно тебе, рогатая? Да, все спрашивают, кстати, ее. Сейчас я не даю. Потому что, во-первых, а, я не умею. И б, надо ее к жениху везти. Сразу же заготавливаю еще, кстати, овес на вечер им. Вот. Это вечерняя самая главная вкусная еда. Обычно еще фрукты добавляем, овощи. Сегодня еще ничего пока не купил, но к вечеру как раз прикуплю. Все, марципан тоже все накинули. Мартюша кушает. Довольный. Так что все нормально. Забыл сказать, что наша главная помощница тележка такая. Вот неудобно возить все хозяйство. Росяну тоже нравится. Росян! Так что пользуемся ей активно. Thank you.
Итак, тренировка закончилась. Время 3 часа 20 минут. Надо ехать за водой. Машина уже ждет, баки ждут, канистры. За водой езжу каждые 2 дня. Сейчас увидите, сколько это по времени занимает. Время 3:20, я выехал за водой. В этот раз я приехал, специально езжу в 6 часов вечера. Ой, до 6 часов вечера, чтобы с работы все не набирали воду. Но вот я приехал в 3, а тут нет воды. Очереди за водой, потому что в Чите прям большие проблемы с нормальной водой. Очень много частного сектора, а воды нормальной нет. Так что, наверное, поедем на другую колоночку. Воды сегодня немного. На клон приехал, здесь нормально со воды. Даже за себе не сказал. Итак, воду я набрал. Один недостаток на этой колонке. Колонка люстрая, быстрая. Но это ты скользишь. Вот так вот я еду. Бакалашек наш. Количество дней у нее улетает туда-сюда. Че, грузим, едем домой. Следующий процесс это доехать 10 километров через этой колонки обратно до дома. И вот это надо перелить, потому что иначе она замерзнет на улице. Каждый раз, пока зима, приходится переваливать вначале воду сюда, чтобы она не замерзала. И также, когда лошадей идем поить, с этого бака набираем канистры обратно, чтобы напоить. Ну вот, примерно это у нас каждый раз занимает съездить водой часа 2. Если пропадаешь в пробке или там на колонке много людей, то можешь и 2,5-3 часа занять. На колонке бывает пробка. На колонке в Чите бывает очередь. А я снял сегодня, если ни одну колонку вообще не попал. А воду почему носим из дома? Потому что у нас становится комнатная температура теплая, чтобы холодной водой животных не поить. Ну а тиграм у нас вода покупная. Это да, хоть с этим попроще. Хотя они так много пьют. Лошади, кстати, вот за день выпивают примерно, ну по канистре относительно, летом могут и больше. Астана развесели. Астана веселю, когда таскаю воду. Еще ничего не таскаем. Астана каждый раз в восторге от этого. Сколько надо канистр, чтобы полный бак был? 25. Под машину влазит? Машину влазит, ну, 600 литров больше, чем нужно в бак. Если полностью заправлять, машина 600 литров ровно влазит. Ну, если в один ряд. Ну больше нельзя, потому что тяжело ей. Она начинает не ехать. Перестает ехать тогда. Внизу стоит насос. Ну и насос подает везде систему. Единственное, что больно до сих пор не поставили. Надо будет этим делом заниматься, все руки до этого не доходят. Мы уже переедем, мы будем с вами заниматься. Насосик плавает. Что ты на кота внимания не обращаешь? Я не могу, я тащу. А ты ему скажи. Все, Росян вышел погулять наконец-то. Росян. Потом еще целые трудности это выгнать всех котов, чтобы из них убраться. Сына! Чего у нас лампочка? Лампочка перегорела у тебя. Я говорил, как остаетесь одни, начинается вредительство у вас. Иди, иди прогуливайся. Иди. Ты лампочку сам себе вырубил или нет? Ты лампочку вырубил или не ты? А, Стюша, Жучила.
Крокодильное жутило. Иди выходи, погуляй, иди. Хватит храпеть. Иди погуляй. Лапы, лапы, лапы. Тигрокот, тигрокот. Стю, ну иди погуляй чуть, я давай уберусь с тебя. Поэтому целая трудность их выгнать, чтобы на улице они подождали, пока ты убираешься. Этот уходит на уговоры минут 30-40. Да? Ну что, чем пахнет? Кто мне опять? Вот, не забирайся, пойди. Ты что? Дюша, ну-ка не забирайте. Иди на улочку. Нет, 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 это мои. Мои, мои, мои. Хонда. Иди. Так всегда. Иди, сына, выходи, дай мне убраться. Стю, ну все уже вышли, и дай мне убраться-то у тебя. Иди, иди погуляй. Молодец. Это ужас, пока выгонишь, вот Астон самый... Обычно Астона бросишь, он идет гулять. Ну что-то сегодня вот был не в настроении. Все, молодец. Так, хотел бы убраться из всех таких... Сила веника. Вот они в тазик ходят как. Можно все полностью убирать. Вытаскивать кости, которые кушать не стали. Так вот три клетки ходят. Плюс надо помыть сегодня. Вот я сегодня мыть не буду, наверное. Потому что генералить буду завтра. Всем, естественно, водички надо будет налить, принести и мяско закинуть. Так, это все, где выходит? Раз, два, три. Еще будем все это везде делать. Так, так, так. Вот еще основные товарищи. Их тоже надо покормить. Так, дайте мне одно яичко. Вот еще надо их покормить всех. Так, яйца где? Признавайтесь. Только одно как раз Астону. Так, это стену, он это дело любит. В общем, у всех все убрано, всем налита водичка, мяско лежит. И вперед! Вот так и каждый раз у нас происходит. Сильно мясо снимать не буду, потому что в YouTube может, как всегда, нас обидеть. Стюша. Сына, пошли кушать. Кушать. Астон. Астона, пойдем. Пойдем кушать, я кому готовил. Я смотрю, яичко тебе твое любимое. Сына, пойдем. Стюша. Стюш, пошли. 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 Вот надо всех еще, Астона нужно еще идти уговаривать покушать. Потому что ты сегодня утром ел, да? Да? Ты поэтому так выпендриваешься? Пошли. Там яичко тебе. Иди, яичко твое, иди. Иди, иди, иди кушать. Ну, проходи. Иди, давай. Я яичко кому там делал? В мяско яичко положил. Яичко, мясо кому положил? Иди там, там, там. Иди смотри скорей. В общем, вот так вот мы хотим есть. В общем, Стюша вообще есть отказался. Он, как всегда, говорит, я утром поем, наверное. Что ты там нашел? Что там интересно тебе? Ну, в общем, такой график. После этого, естественно, после коток я иду кормить лошадей, попугая, куриц, в
по второму кругу, гулять собаку, естественно. Также, естественно, я не могу в этот день, у меня не вошло такие банальные мелочи, там, типа, как прийти, съездить там за овсом, за сеном, за всякой ерундой такой, за мелочами. Сейчас пока Яна уехала, естественно, я не подрабатываю, потому что нереально времени на все не хватает. Еще я понял, что одному гораздо стало сложнее оставаться, это дело еще снимать, потому что времени уходит много, это видео и так я в несколько подходов снимал, даже устал. Ну, естественно, монтаж сюда входит, тоже ролики снимешь, зарядишь, какой-то минимальный монтаж. Плюс выложить нашим гениальным интернетом, это тоже часов там, ну, может, до 7, до 8 часов занять это времени. Не знаю, в общем, понравится вам это видео или нет, но вот сейчас, в данный момент, пока нет Яны, мой график примерно выглядит, ну, так вот, как сегодняшний ролик прошел. Плюс отвратительная моя операторская с монтажной работой. В общем, как есть. Спасибо большое всем за просмотр. Не знаю, понравится вам или нет. Это так. Всем хорошего вечера.